Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» сообщает, что в прошлом году в Самаре отремонтировали дороги общей протяженностью 44,5 километра. В рамках развития транспортной инфраструктуры выполнили ремонт дорожного полотна по улице Земица с путепроводом 139 километр. Начали строительство двух дорог в микрорайоне Амград с дождевой канализацией, освещением и водоснабжением. Завершить работы планируют в 2024 году. Кроме того, приступили к строительно-монтажным работам по реконструкции первой очереди улицы 22-го партсъезда от улицы Солнечной до Московского шоссе. Также в 2023 году отремонтировали 25 участков тротуаров. Напомним, в Самаре действует отдельная подпрограмма, предусматривающая ремонт пешеходных зон за счет средств местного бюджета. Администрация Красноглинского района сообщает, что 25 мая – Международный день пропавших детей. Он посвящен повышению осведомленности о проблеме исчезновения детей, привлечению внимания к поисковым отрядам и поддержке семей, которые столкнулись с подобной трагедией. Для поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» эта дата имеет особое значение, так как напоминает о причинах его создания и главной миссии – оперативное реагирование и помощь в поиске пропавших людей. В преддверии этого дня «Крылья Советов» подготовили на матч с «Пари НН» специальные футболки, где будет нанесена фраза «Помочь ей можешь только ты» и телефон горячей линии «Лиза Алерт». В преддверии наступления сезона отпусков все больше людей, планируя свой отдых и оформляя поездки через турфирмы, сталкиваются с нарушением своих прав, сообщает телеграм-канал железнодорожного района Самары. Для предотвращения таких ситуаций Роспотребнадзор совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Самарской области проводит консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей туристических услуг по телефонам, указанным на экране. Режим работы горячих линий с 10 часов до 13:00 и с 13:45 до 16:00 ежедневно за исключением выходных дней.